Здесь Вассерман. Новости недели за 10 минут. Скандал будет, но и без особых последствий. Мы обсуждаем актуальные события с теми, у кого есть свой особый взгляд на происходящее. Значит, зря мы не бомбили Киев в феврале 14-го. Это интересная теория. Все обман. Даже, наверное, не призрак, а четкий силуэт. Экономическая машина, на которой ехало наше общество несколько столетий, окончательно развалилась. Мы давно сидим и смотрим прямо в глухую стену. Сначала о предыстории этой акции. Призрак американского империализма ходит вдоль границ России. Хотя и он не настоящий. Now we need the village Cherokee, and this is flag for our country. Открытым текстом признаю, картинка красивая. This video we make special for the Дмитрий Киселев. Hi, Дмитрий. Это, на мой взгляд, сенсация. И здесь, пусть в отраженном свете, но мы видим... Развитие общества забуксовало. Лейтмотив разговоров – пора валить. И по зубам дадим. От регионального уровня до уровня местных ЖЭКов. Только денег дайте, побольше и поскорее. И другие, весьма интересные, в том числе и для граждан России, детали этого дела. Только смысла в этой показухе никакого, кроме как заверить американцам. Я надеюсь, что ваша версия не войдет в учебники, в российские учебники. Мы работаем над этим. Но так работает второй слой. И работает. На сегодня все. Все главные события новой недели мы обсудим вместе в следующее воскресенье. Если для кого-то это еще секрет, то чтобы не разглашать, я скажу тихо. Если хотите узнать правду о России, не забудьте выключить Первый канал, НТВ, РТР Планеты, Россия-24. Думаете, действительно выжил из ума? Для нас важно, как и почему это произошло. Смотрите сегодня в программе 40% зарплаты за май. В пятницу было вынесено суд 40% мая. Ведутся переворот, а окончательно закрытие мая. Почему Москва вынуждает голодать семьи шахтеров на оккупированных территориях? А это не балаган по 4 месяца денег нет. Ахиллесова пята Путина. Скажите мне, что случилось с подлодкой? Почему даже спустя много лет Кремль боится правды о Курске? Горе оно как было, так и есть. 19 лет, но здесь вот рано. И тайна катастрофы в Белом море. И еще об одном ЧП на военном полигоне. В госкорпорации «Росатом» сообщили подробности аварии под Северодвинском. Взрыв ракеты, который Москва пытается скрыть. Спустя 5 дней после взрыва местные жители жалуются на недостаток информации. Это «Антизомби», территория без пропаганды. Луганский почетный пенсионер Андрей. Первый блин был комом, если это так можно назвать. Совместно с корпорацией «Фридак» он в секонде купил всех новороссов, покорил. Что, укропы? К наступлению готовитесь? Представляю! Печеньки в радость, антизомби в сладость. Эпизод 209. Поехали. Бывают такие новости, о которых можно говорить только после письменного разрешения Госдепа. И поскольку из ЦРУ пришла специальная бумага, смело можем сказать, на одного деда в Луганской народной стало больше. Я уже как 4 месяца на пенсии. В это сложно поверить, но кураторы в Вашингтоне решили отправить на пенсию самого толкового луганского укродиверсанта. Стой. Что получилось? Позывной «Челка» вместе с «Плотвой» — это те немногие публичные люди в оккупированном Луганске, кто работал, как говорится, не за страх, а за совесть, отрабатывая каждый полученный доллар. А перлы бравого морочка на нашей базе НАТО в Эстонии бережно хранятся в папочке вечной. Прибыло подразделение наемников, которое в большинстве состоит из арабов и темнокожих людей. Сами судите, какой недюжинный талант нужно иметь, чтобы долгое время под самым носом у МГБ мастерски выставлять всю республику дурачками. Подразделение вооруженных сил Украины, выполняющих задачи в зоне АТО, отмечается увеличение заболеваемости ветряной оспой. Все это следствие нововведения инородных стандартов армии НАТО, где еще с древних времен не принято мыться.
Что ж, заслужил Андрюха отдых. Дембельнулся соколик, так сказать, дедом стал, хоть и на полшишки. Не, мы, конечно, с ним не прощаемся. Андрюха пацан честный, продолжит работать под прикрытием, околачиваясь по местным шоу с титром «Военный эксперт». Да, эффект не тот. Эх, уходит эпоха лучших укродиверсантов. Буквально пару глыб осталось. Если человек чем-то опасен, его нужно убрать, да? Да, не бережем мы своих агентов. Даже в этом месяце Басю к наркологу так и не сводили. Вот не равен час скопытится дедушка. Кто за это отвечать будет? Опять-таки, глядя на вот такое творчество молодежи... Ты будешь вынужден выполнять преступные приказы и обстреливать жилые объекты Донбасса, убивая мирных людей. Ты станешь обычным военным преступником. Наш совет. Бегите, ребята, пока не поздно. Есть подозрение, что в Дерлендии к наркологу не меньше, чем за 2 месяца записываться надо. Если вы не сразу поняли, то таким, с позволения сказать, креативом смешные хотят сорвать призывную кампанию ВСУ. А что же по питанию, пацаны? Жать себе будет нечего. Голод, чтоб вы понимали, в украинской армии солдаты подножным кормом питаются. Обеспечение продуктов питания остается на крайне низком уровне. Военнослужащие обязаны сами добывать себе еду. А как всех кузнечиков на поле съедают, едут у бабушек еду забирать. Ну вот прям очень-очень правдоподобная история. Эх, ребят, не сдерживали бы вы себя уже. Но раз такой приход словили, то могли бы и про монтажную пену рассказать, и как раненых на органы сдают. Новая порция пушечного мяса, хорошая подготовка собак. Зрада, переходите на нашу сторону. Добро пожаловать в ад. С другой стороны, чё от юных новороссов требовать, когда у них все руководство молодых недореспублик так залихватски жонглирует фейками, что мама не горюй. Глава провел горячую линию. Леонид Пасечник ответил на вопросы жителей Украины. Вопросы из разных уголков Украины. Чернигов, Ужгород, Киев, Одесса, Днепропетровск. Мы хохотали всей базайната, глядя, как луганские затейники имитировали огромный интерес украинцев к общению с Пасечником. В общей сложности жители 35 городов и населенных пунктов Незалежной задали около 2500 вопросов. Да после этого сеанса самоудовлетворения чуть ли не вся Украина в припрыжку рванула процветать в Святую Луганду. Ага. Украинских студентов интересует бесплатное обучение в наших вузах, а рабочих — социальные программы, которые помогут им переехать в республику. Ну-ка, признавайтесь, узнавали у Пасечника о социальных гарантиях для рабочих? А? То-то же. Короче, если честно, у нас изначально были большие сомнения, что все эти люди, сидящие затылком к камере, это жители свободных от русского мира, а не оккупированных территорий. Леонид Иванович, я вас приветствую. Я просто вот от души хочу пожелать вам удачи. У вас все получится. Но кое-где ребятки все же явно прокололись. Проробили всю жизнь, я пробила в сельском господарстве. О, видите бабушку, которая во время конференции с Пасечником негодовала относительно моста? Да, говорит она на украинском языке. И сейчас ходить через эти лежачие, несачие, хиба это так можно, а? Но вот только записывали вы ее, карасики, на оккупированной территории. Почему мы так в этом уверены? Да все просто. Ну-ка, присмотритесь к номерам скорой помощи на заднем фоне. А так, да, вопросы Пасечнику задавали с украинской территории, ага. Но самое чудесное здесь даже не в этом. Понимаете, когда люди, живущие в нищете и разрухе, перед камерами распуская перья, рассказывают, как у них все чудесно и замечательно, и как к ним все хотят. У нас на территории работает большое количество социальных программ, и бесплатное медицинское образование, и помощь при поступлении в высшее учебное заведение для жителей территорий, которые подконтрольны украинской стороне. Вот это уже очень напоминает не самых красивых девушек, которые рядом со своими фотографиями пишут фразу «Не твоя, вот ты и бесись». Это же мы говорим вовсе не из желания обидеть, но судите сам. Мы представимся. Это свежее видео о жизни счастливых рабочих на оккупированной территории. Вместо обещанной зарплаты людям в очередной раз прислали чиновника, который сейчас растолкует, что ситуация не такая и плохая. Скажите, пожалуйста, когда будет...
А вы считаете, это много? 40% зарплатки уже дали? Ишь, холопы какие разбалованные пошли. Зажрались не иначе. Но знаете, в чем фишка? Эти 40% зарплаты не за август и не за июль, а, внимание, за май. Пятницу было на студии 40% мая. Сейчас ведутся переговоры о окончательном закрытии мая. Когда будет закрытие, в данный момент... То есть людям, работающим на шахте, дали меньше половины зарплаты, которая должна была быть еще 3 месяца назад. Что же вы смешные об этом на своей конференции для альтернативно одаренных не рассказали, а? А вы считаете, это много? Зато на словах у вас всем приезжим и работа, и жилье, и девственница с бочкой виски. Мы... В обязательном порядке сделаем все возможное для тех, кто приедет на нашу территорию, для тех, кто решит жить и посвятить себя жизни в нашей республике, чтобы была возможность оплачивать жилье. Поможем с поступлением, обеспечим медицинским образованием, подумаем о том, каким образом обеспечить работу. Ты зарплату людям, ублюдок, выплатишь, чтоб дети не голодали. А это не балаган, по 4 месяца денег нет. За шахтерский край, если я пришла после ночи, я не могу на детей смотреть, они голодные. Они просто голодные. И может тогда и ты, и твои сказки не будут смотреться настолько жалко. Ну а в целом, чтобы понять реальный уровень жизни на оккупированных территориях, достаточно посмотреть сюжеты местных недожурналистов. Вот посмотрите, например, этот сюжет. Республика, несмотря ни на какие трудности, продолжает мирное строительство. И работает на результат. Небывалый расцвет малого бизнеса. Казалось бы, ничего интересного. Но сделав несколько стоп-кадров, мы решили посмотреть, а что же рекламируют на местных билбордах? Ведь если бизнес развивается, то рекламную площадь еще попробуй найди. В общем, вы сами все видите. Если что и висит, то это социалка и пропаганда. То есть поздравления с праздниками и прочая лабуда. Хотя стоп! Было. Было все же одно коммерческое объявление. Гранитные памятники. Вот на что в русском мире спрос стабильный. И знаете, такие, казалось бы, мелочи показательнее любой пропаганды. Ведь можно сколько угодно делать лицо кирпичом, щедро развешивая лапшу на уши. Но когда в огромном городе рекламируются только гранитные плиты и гробы, это говорит только о том, что дела плохи.